Apple выпустит сразу три новых iPhone, Bloomberg. Речь идет о новой версии самого большого iPhone, обновленного iPhone X и его бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманской модели. Американская компания Apple в этом году планирует выпустить три новых смартфона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Как отмечает агентство, речь идет о новой версии самого большого iPhone, обновленного iPhone X и его бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманской модели. По данным источника, широкоформатная модель под кодовым названием D33 будет иметь разрешение 1242x2688. Ее корпус будет сравним с iPhone 8 Plus, но за счет безрамочного экрана будет примерно на дюйм больше, около 6,5 дюйма. Сообщается, что будут сохранены технологии LED, а также функция Face ID. В свою очередь D33, как и обновленные iPhone X, должны будут работать на процессорах A12. Их края выполнены будут из нержавеющей стали. Помимо базовых цветов, обе модели будут представлены в золотом цвете. Более дешевая модель версии iPhone X сохранит технологии Face ID, LCD-экран и алюминиевые края. Новые модели iPhone могут быть представлены осенью. Ранее сообщалось, что пользователи iPhone столкнулись с невозможностью ответить на звонки и сбросить их. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.